мужчина, уже май месяц. До сих пор службы автомобильных дорог на сегодняшний день уже на эксплуатацию денег нет. Чем они будут заниматься? До сих пор не подписано распоряжение. Ну, май месяц, курортный сезон скоро начинается в Очакове. До сих пор дороги не ремонтируются. В других районах такая же самая ситуация. Закончилась зима, весна, скоро лето, потом подрядчики. Насколько я знаю, сегодня получаются какие-то там качели уже, как вроде бы хотят через коммунальное предприятие эти деньги запускать. Ну, можете ответить на вопрос? Если вы сформулируете письмо, вам даст відповідь профільний замік ІВД комп'ятна інфраструктура. Ну, він веде напрямок, він знає. Я в суботу 12 числа направив листа на управління інфраструктури і на службу автомобільних дорог щодо використання і підписання. Ну, я не розумію, в чому проблема. Розпорядження до сих пор на ці гроші не підписано. Ну, в чому проблема? Такое, ну, ситуація складається, як будто іскусственно, але не хочуть давати гроші. Ну, я не розумію. Есть же депутаты, которые получили непосредственно. Я хочу вам учить, что у вас есть питание. Чего все молчат депутаты? Ну, что опять язык проглотили или что? Или боитесь опять, что она не знает по этому вопросу? Или один я тут есть, который говорит? Или деньги кто-то пошли ко мне на руку? Одному мне дали. А не дали ни на Первомайск, ни на Снегирёвку, ни на Березневатую, ни на Чатов. Вот я отправил запрос на службу автомобильных дорог и на управление инфраструктурой. Опять побоялся. Получим письменный ответ, и уже от этого ответа будем отталкиваться, принимать решение и дать на корпус. Ну так давайте, шевелитесь как-то. Что вы молчат? Все молчат. Ну что молчат? Сказал, давай-ка позвоните. Ну так зовите, давайте что-то делать уже. Уже май месяц заканчивается. До сих пор деньги не поступили на эксплуатацию дорог. Что вы себе собрали? Так лето пройдет, потом начнется 1 сентября, опять дети будут в школу ездить. Я сейчас езжу по округу, поедете, посмотрите, после зимы какие дороги, автобусы не могут попроезжать, такое вот везде. Так что нам важнее? Через кого отмоют эти деньги или важнее безопасность наших детей, как будут добираться? Ну,